Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Гордей. Сейчас я, как обычно, играю со своим подписчиком. Он играет с аккаунта своей сестры. И если мы сейчас не сольем, то у меня будет мега ящик. И мне до сих пор не выпал газ, ребят. Мне бы хотелось, чтобы из мега ящика мне выпал газ. Или даже желательно 10 предметов. Мне очень хочется, чтобы тропнулось 10 предметов, как у Холдика, ребята. А то в том самом выпуске 11 сезона он был нереально везучий, блин. И мне там два раза выпало 7 предметов. Вообще, понимаете? Если хотите, то можете посмотреть мое видео, где я открываю Brawl Pass 11 сезона. У меня там было, 4 мегаящика, и с первого мне выпало 6 предметов, но там был гаджет. Потом мне из следующего выпало 7 предметов. Я офигел, там выпал сверхредкий бравлер Дэрил и Белль. Ну, от Белль я офигел. Потом 5 предметов из мегаящика, и последний мегаящик был, последний ящик. И там тоже выпало 7 предметов. Это было на 2042 кубка, когда у меня еще тогда было. И мне там сначала выпал гаджет, и некоторые уже знают, то, что мне там дропнулось лего. Я офигел, когда узнал, что мне дропнулось лего. Я теперь с легой. Все, давай, возвращайся в перчатку. Молюсь, чтобы не слили, и чтобы из ящика выпал газ. Ладно, я к вам вернусь, когда я уже закончу катку. Короче, ребята, мы слили. Сейчас я поменял бравлера, но почему подписчик оставил, я не знаю. Но я думаю, то, что бой здесь плохо играет, а спайк хорошо. Не зря же говорят, надо подбирать бравлера под событие. Если бравлер не подходит под событие, то маловероятно, что мы выиграем. Но топ-3 уже, 3 команды осталось. И поэтому мы можем выиграть спокойно. 6 игроков осталось. Есть, ребята, мегаящик у меня в руках. Мне бы хотелось, чтобы там газ выпал. Ребятушки, мне газ выпал. Наверное. Ах ты ж с дизлайком. Какой ботик. Есть, все, мегаящик. Мегаящик. 51 левел. А скоро у меня еще один мегабокс будет. Офигеть, ребята, еще новый пинчик. Я сейчас сообщу и пойдем. Короче, давайте сначала заберем звездный пинчик. Вот он. Офигенный просто. Вот он. Смотрите. Вообще классный. Давайте сфоткаем. Короче, ребят, только хотел зайти в магазин. Как смотрите, как он у меня забагался. Ребят, у меня баганный магазин. Офигенно. Давайте сфоткаем. Подписчик, мне сейчас не до этого. Мне сейчас не до тебя. Да достал он уже. Ребята, пожалуйста, хоть бы газ был, пожалуйста. Хоть бы там был газ, пожалуйста. Пожалуйста, мне хочется газа. Пожалуйста. Так. С вас лайк и подписка. Восьмерка. Ребята, это может быть газ. Ребята. Это? Так, давайте посмотрим, кто это. Так. Блин, я волнуюсь. Это. Хоть бы газ там был, пожалуйста. Опять же, прожмите лайк, подписочку. И, пожалуйста, пожалуйста. Газ! Ребята, мне выпал газ! Офигеть! Новый сверхредкий бравлер, офигеть! Ребята, мне газ выпал! Офигенно, офигенно!
Офигеть, мне газ выпал. Ребята, поздравьте меня в комментариях. Принимаю все поздравления в комментах. Охренеть, охренеть, ребята. Я в шоке. Газ, газ. Так, давайте напишем. Газ. Газ. Ребята, газ выпал. Офигеть. Так, так, что там? О, что? Ребята, вы видите это тоже? У меня руки трясутся. Офигеть, что это за 4 квеста? Офигенно. Давайте сыграем. Я весь трясусь сейчас. Ребята, опять же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующая дропница Лего. Кстати, ребята, скоро выйдет на Хэллоуин новый скин. Победитель Supercell Make. Офигеть. Мне газ выпал. Ребята. Я ожидал, что мне газ выпадет. Наконец-то, наконец-то, родной. Тем более у многих моих подписчиков и друзей уже есть Эдгар и Калет. Ну и даже газ есть. Так что можно в Бравл Бол пойти. Я возьму газа, а мои друзья и подписчики Эдгара и Калета. Все, получается, семеечка такая. Тем более, я это уже выкладывал в своем телеграм-канале. Я был за Эдгара. Ну, блин, офигеть, газ. Ребята. Сын Эдгара и Калет. Офигенно. Ребята. Есть! Топ-1. Топ-1. Итак. Все. Ну, думаю, на этом можно заканчивать. Принимаю все ваши поздравления в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желаю, чтобы вам тоже выпал газ, и если он есть, я вас тоже поздравляю. Мне осталось всего 20 бравлеров, и тогда у меня будет фулл бравлеров. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Гордей, всем удачи, всем пока!